Это наша кузница. Я называю ее треугольником. Треугольник. Автор сценария Агаси Айвазян. Режиссер-постановщик Генрик Малян. Главный оператор Сергей Исраилян. Главный художник Рафаэль Бабаян. Композитор Эдуард Багдасарян. В ролях: Уста Мукич, Армен Джигарханян. Гаспар, Фрунзе Макартычан. Варпет Макартич, Сос Саргсян. Мко, Павел Арсенян. Васо, Зураб Лапирадзе. Овик, Миша Овсепян. Люба, Инна Алабина. Смотрите, это мы, кузнецы. Вот мой отец, Уста Мукич. Между нами будет сказано, у него столько достоинства, что хватило бы на целую республику. Это наш Васо. Фамилия его Макартычашвили. Поэтому в треугольнике его зовут грузином Макартычем. Отличный кузнец. А это наш Мыко. Однажды с дружными макартычами случилось такое, что мы потом все удивлялись. Они заперлись в кузнице. Давай дубасить друг друга. До тех пор дрались, пока не свалились от усталости и не уснули. На другой день уже не помнили, с чего все началось. И вообще, если б не вспухшее ухо Мыко, никто из нас и не поверил, что все это и вправду было. Смешно вышло. Мыко у нас самый сильный. А ему-то и досталось. А вот мастер Макартыч. Он даже в Америке был. Одевается по-заграничному. Когда он пришел к нам первый раз, я даже не поверила, что он кузнец. Какой-то он весь прямой-прямой, как будто его по линейке начертили. Мастер Макартыч говорит по-армянски чисто. Правильно, совсем как наш учитель. Это Гаспар. О нем, как о пловце, знает весь город. Он переплыл Черное море. Он бросился в море где-то в Турции, а выплыл в России. Чтобы не отличаться от товарищей, остальные четыре Макартыча долго искали в роду Гаспара имя Макартыч. Наконец-то эти раскопки дали свой результат. Среди предков Гаспара тоже нашелся Макартыч. А это я. Таким образом, в нашем треугольнике стало пятеро Макартычей и я. Попрошу не шевелиться. Раз, два, три, четыре, пять, десять. Это наш горн. Наши руки. Шапат и реку. Это наш гимн. Тост за треугольник.
А с тех пор не кончили? Вот, только что из кахети. Экончай работу, шабаш. Гордычи, выпьем за нашу кузницу, а? Выпьем за наш маленький город. И чтоб всегда горел этот огонь. И чтоб на лицах наших никогда не просыхал пот. Чтоб нашим рукам всегда хватало силы держать железо. И еще выпьем за то, чтоб мы всегда сидели вот за таким столом, все вместе, и открыто смотрели в глаза друг другу. И еще выпьем за наших родителей, за тех, кто нас создал, кто нам показал. Почему-то захотелось плакать. Дружба — это ведь самое хорошее, что есть на свете. А мне всегда от чего-нибудь очень хорошего хочется плакать. Я понимала, это мой дом. Для меня все начиналось отсюда. Но я знал, нет, не знал, а чувствовал, что уйду отсюда в какую-то другую незнакомую мне жизнь. Мастер Макартыч, ты в Америке долго работал? Долго. В Сан-Франциско работал? Нет, в Сан-Франциско не работал. И Голливуда не видел? И Голливуда не видел. Ну, может, что-нибудь вроде? А что значит вроде? Какое-нибудь казино. Казино? Ага. А что такое казино? Казино? Да. Ну, это где играют в карты, в рулетку, потом там еще пьют, танцуют, туда приносят кучу денег. Ну, представляешь, горы из миллионов. Очень люблю интересные истории. Что-нибудь еще расскажи. Еще, да? Дома в Америке очень высокие.
молодец, ты, видно, много читаешь. Я уважаю читающих людей. Мастер Мокрытыч, а кем ты там был? Как это кем? Кузнецом. В Америке тоже есть кузнецы? Еще бы. В Сенеке мы подковывали лошадей. Конюшни там. Мастер Мокрытыч, Сенек это же римский философ. Да? Интересно. А еще где ты был? Еще? Да, еще в Берсе проработал месяцев 5. Берс южнее Сенеки, но в общем они рядом. А Бернс это английский поэт. Да? Интересно. А вы в Шекспире никогда не подковывали лошадей? В Шекспире? Ага. Нет, Овик. Но зато я пьесу «Отелло» видел. А где? В Сенеке? Почему в Сенеке? В городе Ван. Ваграм Папазян с труппой. О, почтеннейший Йованес. Ты можешь поверить, такого я больше не видел. Такого чуда. Ван Папазян. Треугольник и погони. А когда твои афиши будем расклеивать? Что, может, музыку не любишь? Да нет, люблю. Так зачем же дело? Слуха нет. А чё ж мучаешься? Наши хотят. Эх ты, бедняга. Сколько можно ждать, а? Прими, почтеннейший, этот скромный дар. Ну вот, опять не унылся, смотри. Ничего, в субботу в баню. Нет, уважаемый, отца же опять можно получить трогает. Рак. Вспомни беседу. Стойте, врача. Стойте, вы забыли, что мы должны делать сегодня? Да. Ну что, давайте начнем, что ли, а? Ладно, да. Ладно, замнем остальное. Сынок, достань свою скрипку. Так и быть, доставим удовольствие. Я еще плохо играю. Только упражнения могу. Он по ученому играет. Их там по правилам заставляют. Ничего, сынок, давай свои упражнения. Раз надо по ученому, так и играй. Не смущайся. Начинай. Ты скрипку еще не настроил. А мне все равно. Что он тебе, Сазандар, что ли? Ничего, и так сыграет.
Ну, просто здорово. Хорошая штука, эти упражнения. Хоть и кузнецы, а разобрались, видишь? Вот эти струны тоже ведь кузнецы делали. Очень это трудное дело, играть на скрипке. Очень. Очень трудно. Да. Замотари варца тачкно. Чамо свива шапатирику ламази жамта серкуси зайне стволотаган цремлеби гадмо свивао Эриха, пятером поем, шесть песен спели. А надо, чтобы 100 человек одну песню пели, чтобы крышу срывали. Недалеко от нашего треугольника выросла парашютная вышка. А чуть дальше поднялась вверх странная труба. Вообще, в то время удивительно все начало подниматься вверх. И даже я стал выше на 1.5 сантиметра. Пасо, я думаю, может, и нам трубу сменить? Ну как, нравится? Ага. Последний тебе. На, пошли. Последнюю не приклеил. На. Плавать умеешь?
Угу. И на спине тоже умеешь? Да. А по-гаспаровски можешь? Ничего смешного. И все равно не поверю. По-гаспаровски я тут один плаваю. Хочешь, научу, гони рубль. Так ведь Гаспар мой друг. Могу поклясться? Так я и поверю. Да, он работает в кузнице. В нашем треугольнике. Он, когда в России из Турции добирался, Черное море переплыл. Две ночи на спине лежал, а днем плыл. И есть ему было нечего. Ты не веришь? Я тебе клянусь. Хочешь, познакомлюсь с ним? Еще бы не хотеть. Я, по правде, даже не знаю, что такое плавать по-гаспаровски. Так, руками и ногами бью по воде, и все. А я тебе сейчас покажу, как надо. Ну-ка, дай. Любовь в треугольнике. Ко, что с тобой? Что ты делаешь? Совсем сдурел? Куда это теперь? Хоть выбрось. Ты, парень, не влюбился ли? Да посмотрите, он влюбился. Ну и слава богу. Жениться ему пора. Свой дом имеет, семью. А, Мако? Тихо. Что такое? Что с тобой случилось? Постойте, что тут смешного? Любовь ведь для человека. Ты знаком с ней? Или так? Просто телеграфная любовь. Ну, говори же. Да ну, что там? А я прямо так скажу, женись. Смотри на нас, семейные, солидные люди. Ты один у нас какой-то такой. Скажи, кто она? Все остальное устроен. А, говорить будешь? Потише. Не надо его запугивать. А кто его запугивает? Я ведь уму-разуму парня хочу научить. Жены у него нет. Вот женится, другое дело. Тут уж его поучат. А мужа у нее нет? А, Макотя? Нет. Ну, наконец-то раскрыл рот, да? Садись, пожалуйста. Могу подожди. Ой, пойди посмотри, мыло не привезли? Не привезли. Иди. Ну, слушай отца. Иди, Говик. Садись. Ну, одним словом, нужно сделать так. Познакомимся сначала с родными девушек. Может, кольцо, а кольцо я достану. Девушкой познакомимся. О кольцах рано. Всему свое девушку время. Девушку повидаем под... Я знаю, так положено. Не, как Муко скажет, так и поступим. Верно говорю, уста? Я же говорю, сначала мы должны были посмотреть, что за девочка, кто она. Ведет. Здравствуйте. Здравствуй, Мако. Как живешь? Хорошо. Это Люба.
Садитесь. Задержался я уже полдень. Я по... Будешь работать или ты сегодня не в настроении? Сейчас работать. Пойдем, Люба. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Дали такого? Откуда он ее нашел? Идет такой верзила, а она ему по пояс. Похож на детский рисунок, покрашенный. Как она будет стирать, как будет гладить, обед варить. Не знаю, может, это и смешно, а мне почему-то стало грустно. Грустно, потому что Люба и Мико такие тихие, что их так легко обидеть. Мне было грустно даже от того, что Люба испачкала сажей свое платье. Ты что, с ума сошел? Ну, разве она жена для тебя? Ну, что ты в ней нашел? Где работает? Кто она такая? Она Люба. Моет посуду в столовой. Что говорит? Ты в зеркало посмотри, подходит она тебе? Мико, дорогой, подожди, ты еще успеешь жениться. В твои годы мы еще не были женаты. Даже не слушает, что ему говорить? Смотри, опять молчит. Она милая девушка, но для жены этого мало. Жену нужно долго искать, очень долго. Не лежит у меня к ней душа, как брату говорю. Не лежит и все.
он так и не пришел. И что с ним делать? Придет, придет, никуда не денется. Тает парень, как сахар. Ерунда это все. Потерял голову. Так ведь с кем не бывает. Но кузнец остается кузнецом. Ты, брат, глупости не говори. Любовь дело серьезное, как сказал Саят Нова. Я ему про Муко говорю, а он мне Саят Нова говорит. Не знаешь ли нашего Муко, что с тобой говорить. Нехорошо вышло. Надо что-то придумать. Жалко парня. Конечно. Устам Букуч верно сказал. Мы виноваты перед парнем. Вспомнить стыдно. Да в самом деле. Девочка так себе, но она, видно, ему нравится. Что еще надо? А? Что скажешь, господ? Мне все равно, как хотите. Ну, ладно, ладно. Отложим до завтра. День. Здорово пошутили. Ты у нас такой шутник, Устав Угунц. У меня потом бока болели весь день. У меня тоже. Сколько я хохотал. Люба, на Мэри Пикфорд немножко похожа. Сенеки, я влюбился в одну негритянку. До того черная была, прямо как Саша. Я бы женился на ней, если б там остался. А, Маку, а где же твоя Люба? А? Люба? Ты что это? Один раз привел, даже разглядеть ее не успели. Раз у тебя серьезное намерение, давай женись как кузнец, а то тянешь, тянешь. Подожди, подожди. Ты только скажи, а остальное мы знаем. Послушай. Давай раньше спросим. Может быть, он передумал. Жениться не хочет, а так время проводит. Что он говорит? Мако, а? Дай, мило. Ну как, хорошо, Мукутян, а? Свидетели, подойдите.
вот здесь. Достаточно. У них не было своей комнаты, мы решили поселить Любу и Микол в нашей кузнице. То есть в остром углу треугольника. У нас запахло одеколоном. Всему стало заметно, что в треугольнике появилась женщина. Все это не совсем обычно для кузницы. Здравствуй. Здрасте. Я не успела убрать. Чувствуешь? Да. Здравствуйте. Привет, Люба. Здрасте. Ага. Так пахнет, чтобы носу щекочет. Не работает, а чихать хочется. А, посмотрите, блестит. Минуточку. Сестра. Это наковальня, не самовар, что так блеск наводишь. Хватит, сестра. Она скоро на нас белые фартуки наденет. Трудящимся.
Петров, Тася! Дайте пройти, ребята. Одну минуточку. Дайте пройти. А вы что тут делаете, рабочий класс? Ладно, иди. Герой Козелон! Уставу путь! А! Ваши в той стороне, около самого моста! Хорошо. Пасо, чего ж ты сюда привел? Угу. Все равно на площадь попадем. Да. По местам становись! Пойдем, вагон давай. Ну, идем. Пошли. Пойдем. Лучше за ними. Пойдем. Легенда треугольника. Вода теплая, притеплая. Идем, говори, где? Кадричку век бы жил, не умирал. Не простись бы. Баха промокла. Никто не видел? Не бойся, никто ничего не узнает. Ховикджан, честное слово, из Турции я морем. Морем бежал. Морем? Честное слово. Бежали. Сколько страданий было. Как мучились в пути.
А про море просто очень хотелось, чтобы в этом бегстве было хоть что-то красивое. И мое представление о Гаспаре изменилось. Я пожалел его. И еще больше полюбил. Какой-то грустной любовью. Сегодня тоже не познакомишь? А? Раздумал или не хочешь? Да или нет? Не знаю. А я знаю, что ты все наврал. Сразу понял. Нет, меня не проведешь, мой милый. На. Пошли. Ты нравишься девчонкам? Откуда я знаю? Вон там одна девочка живет, Софик ее зовут. Свистну, выскакивает на балкон. Смотри. Это еще что? Вот я тебе Назик покажу. Не надо. А, Гаспар, а? Ты в субботу едешь? Я хотел бы даже пятницу. А что? Боюсь, хамо подведем, не успеем. Такого не было, чтобы я подводил. Шутка сказать. Нахачеван на Дону. Из нас еще никто не летал. Только нас там не хватало. Говорят, кому лететь, получает для храбрости чарку водки. А, смотри, смотри, как фасонит. Да чего? Куда спешишь? Ну нет, не говори. Это тоже имеет свою прелесть. Чкалов в Америку летал. А я полечу на Нахичеван. Thank you.
До свидания. Счастливо. Будь молодцом. Привет от нас передай. Тебе. Май, Люба. Будь здоров. Не ленись, спеши. Деньги не давал! Самый осторожный человек нашего треугольника поднялся высоко в воздух. Высоко-высоко. И не вернулся. Было солнечно. Было тихо. И одним Макартычем стало меньше на свете. От Гаспара осталась только слава о его плавании. И я один знаю тайну этой славы. После меня жители нашего города долго будут говорить о нем. Рассказывать своим детям легенду о плавании Гаспара. С гордостью будут вспоминать того, кто плавал по-гаспаровски. Плавал сказочно и переплыл в Черное море. Треугольник участвует в войне. Наш двор отсюда не виден. Иначе вы непременно увидели бы портного Вартана. У нас во дворе только у него есть радио. И сегодня из радио портного Вартана выползла война. Советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра без объявления войны германские регулярные части атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке наши города Минск, Каунас, Севастополь. Советским правительством дан нашим войскам приказ отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории... Уста мугуть, сбрил бы ты усы, а то на Гитлера смахиваешь. Умник, нашел время шутить. А чего? Как раз и время. А? При Николае солдатом был. С турками воевал. Кончил с ними и пошел против царя. 2 дня при меньшевиках состоял. Потом... Ну, потом меньшевиков бил. 4 дня ходил в дошнаках. Потом дошнаков бил.
Кого не бил, так это германцы, но еще надеюсь. Ты свое отвоевал. И куда уж тебе? Совсем стариком стал. Что говорит? Да. Мою правую видел? Мрак, темнота и тишина. Они почти всегда рядом. Они похожи друг на друга. Мне всегда казалось, что стук молота разбивает тишину на куски и даже рассеивает мрак, как бы освещая кузницу. Папа. А. Наши скоро победят. Скоро, сынок, скоро. Говорят, через 2 недели. Правда? Да нет. Трудно. Трудно. А я успею повоевать? Успею повоевать. Война это тебе не игра. Спи. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Рустам Иванович. От Советского информбюро. На фронтах залетевшие сутки, ничего существенного не произошло. Что это? Да вот, ухожу. Куда спешишь? Боишься, не призовут или от нас уйти хочешь? Устамугуч, не отговаривай. Уже все решено. Это что значит? На фронт? Прислали повестку? Да. Давай. Покажи повестку. Сегодня отправляет. Да, сегодня. А жене можешь не волноваться. Слава богу, не одна остается. Она уходит со мной. С ума сошел? Да он дурака валяет. Шутит. Сразу видно, парень над нами смеется. Ну ты смотри, а я чуть было не поверил. Да что ты? Кто жену берет на фронт? Я с ним. Здесь! Нерсисян! Я! Эрепетер! Здесь! Манукян! Манукян! Здесь! Пошли! Смотри, пиши, а то бабушка будет волноваться. Храни тебя Бог, дед. Ашхарабеджа, головку береги. Не ходи по открытому, слышишь, сыночек? А голову пониже держи. Приседай, приседай. Чеванян, забивай! О, Макон, спой, давай, спой. Ну, чего ты спой? Ну, давай, начинай. Чеванян, забивай! Ну, спой. Выручил тебя. Султан Гузель, Джанджезмази,
Zart nir lam ner nim kazi tinch anitim Jesus karin boros panets met apoin smar hustoget barorotin Zart nir lam Жан, ты не забудешь. Довольно, мама. Да нет, я ничего, сынок. Я просто говорю, голову, голову, пониже, сынок. Каждый день пиши, хорошо? Хорошо, хорошо. Аж храбрый, Жан, не забудь, держи голову пониже. Цар ким зим бах, чан цар нер, зарт мир лам, нар ним кази. Цар ким зим бах, чан цар нер, зарт нир лам, нар ним кази. Хорошо, работайте, работайте. Военный заказ не кончим. Вот завтра утром Петя придет. Что будем говорить? Кого уговариваешь? Идем. Из бани идут. Если даже есть причина, никогда не унывай, не с огонью. Не давай, никогда не унывай, не унывай. Вот. Стой, вольная. Перекур. Здравствуй. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте, Рустам Укуч. Здравствуй, Коля. Здравствуй. 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 Садись, садись. Спасибо. Бумагу давай. Сейчас? Давай. Пожалуйста. А вы здорово научились закручивать. А получается? Еще как. Отлично получается. Да. И козью ножку тоже научим закручивать. А, можно, можно. С нами все научим. А что ему еще отдается? Петя приносил в треугольник вместе с острым запахом своих сапог какое-то оживление. Все становилось проще и легче для меня. Жизнь, мир, война. Мы под Курском живем, километров 8. Дедушка, отец и мы, два брата. Дедушка тоже кузнецом был. Сейчас ему уже 95 лет. До сих пор моего отца ругает, что учителем стал. Не мужское, говорит, это дело. Хороший у тебя дедушка. Наш Петя любит поговорить. И чаще всего он говорит слово... Будет. Это он спрашивает.
Будет. Это он обещает. Будет. Это он вышел из терпения. Он у меня спрашивает, откуда у тебя такие усы? Я ему отвечаю, получил по наследству от своего отца. Вот это богатство. Слушай, а без усов это разве мужчина, а? Братцы! Так, да? Дядь Васо. Что? Разреши потрогать твои усы. Пожалуйста. Спасибо. Ну что смеешься-то? Во. Хорошо. Хорошо. Теперь хорошо. Ты осознал, что я тебе сказал? Употребляю. Да? Только ребят ночью спать не могут. Говорят, больно запаху много. Ничего, терпи. У меня тоже тихо-тихо росли усы. Но вот сейчас, видишь, ага. Хорошо. Накажи, Чагопян, вам письмо. От Мыко. От Мыко? Ну, иди, садись. Иди сюда. Вот сюда. Садись, садись. Ну? Ну, читай. Ну, читай же. Ну? Здравствуйте, дорогие, уважаемые Уста Мыкуч Джан, Васо Джан, Мыкртыч Джан, Ховик Джан. Наша рота попала вчера в новое село. Там тоже есть небольшая кузница. Люба, как увидела, заплакала. Стала чистить наковальню. На нашу кузницу она совсем не похожа. Только запах такой же. Люба совсем не устает. Она часто говорит, а что наша сейчас делает там? Она очень сильно вас любит. Не боится ничего на свете. Все ее любят, раненые особенно. Завтра утром мы пойдем в наступление. Не думайте, стыдно за меня вам не будет, обещаю. Только беспокоюсь немножко о Любе. Все время думаю о вас. До свидания, Уста Мыкуччан, Васоджан, Мастер Мыкртыччан, Хойчан. Кончилось? Да. Тут еще, видишь? Люба пишет. Люба? По-русски. Подожди. Добрый день. Дай Пете. Зачем? Овик по-русски знает. Знаю, знаю. Пусть Петя почитает, так будет хорошо. Читай. Это наша невестка пишет. С фронта? Добрый день или вечер. Здравствуйте, дорогие, родные, Уста Мыкуч, уважаемый Василь Хасрович, Мыкртыч Потваканович. С горячим приветом к тебе, Говик. В настоящее время мы живы и здоровы. И вам желаем здоровья в вашей жизни. Вот какая Люба. Сейчас мы находимся в небольшой деревушке, которую немцы дотла сожгли. Хуже, что сделали изверги. Все сожгли, ничего не осталось. Во всем селе уцелела только кузня. Мыко говорит, что много огня видела кузня. Это Мыко и Люба. Мы больше писем не получали. И вот настал день, когда соседняя воинская часть и вместе с ней Петя уходили из нашего города. Никогда не унывай, не с огонью, не давай.
пополнение на кузницу. Прощание с треугольником. В моей жизни наступала новая пора. Я расставался с нашим городом, с треугольником. Уезжал учиться. Макартычи провожали меня. Хуже маленького. Мы, как всегда, шли вместе. И мне казалось, что мы всегда будем идти вместе. Что они никогда не покинут меня. И я до сих пор не знаю, где и когда Макартычи расстались со мной.